Сегодня утром движение по Гагаринскому мосту было парализовано. Там произошло ДТП с участием 4 автомобилей. На проспекте Никольского водитель «Лады Приора» не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся сразу с 3 легковушками. В итоге 3 человек пострадали и были доставлены в больницу. Одной из причин специалисты называют плохие дорожные условия. Накануне госавтоинспекция предупреждала всех водителей о необходимости быть осторожными. Но, видимо, совету последовали не все.